Всем доброе морское утро. Смотрите, какая водичка. Друзья, мы уже много лет ездим в одно и то же место. Это Архипа Осиповка. И смотрите, 7:30 утра. Мы приходим сюда рано, чтобы занять место. Представляете, в течение дня здесь, если придешь позже, то уже нет места. Все настолько плотно, что на каждом сантиметре. Сегодня чудесная погодка. Но ветерок с утра. Я думаю, к обеду все установится. Всем хорошего дня. Друзья, доброе утро. Немножко покажу вам нашего пути к пляжу. Здесь недалеко, буквально 5 минут ходьбы. Вот такая дорожка идет вниз. Единственное, что, конечно, когда возвращаешься, идет наверх, не очень. Но все равно, вы знаете, вчера мы ходили, и шагомер посчитал шаги где-то 1000 шагов у нас получилось. Вот мы ходим два раза в день по 1000 шагов туда и 1000 шагов обратно получается. Вот. Вот. Очень хорошо для утренней разминки. Вот здесь по этой дороге с двух сторон идет... Они нас пропускают. Идут торговые ряды. Здесь вот по пути на пляж можно купить все, что хотите. И сладости, и напитки, и все. И вот такая вот идет туда дорога до самого пляжа, до центрального пляжа Архипа Осиповки. Смотрите, друзья, здесь есть таких две параллельные. Можно по одной стороне идти и по другой. Я потом поснимаю, как можно идти по второй стороне. Вот очень много здесь всяких магазинчиков. Вот здесь на одной стороне, конечно, плохо, что стоят вот так машины. Но, видимо, это приезжают отдыхающие, которые находятся далеко от пляжа, снимают жилье. И они здесь оставляют свои машины и идут на пляж. Смотрите, со всей страны. В этом году очень большой наплыв отдыхающих у нас. Не знаю, с чем это связано, не буду догадываться, оно мне и не нужно. Я вам просто рассказываю, как на самом деле все есть. Смотрите, со всех регионов. Краснодарский край. В общем, со всей страны. Потому что отдых стал совсем другим. Отдых стал совсем другим. Здесь все стало более цивилизованно, более чисто, более комфортно. Много всяких номеров и на бюджетные варианты, и на дорогостоящие гостиницы. В общем, всем по каждому кошельку можно приспособиться. Продолжаем наш репортаж. Отклонилась от курса, потому что здесь нужно было посмотреть кое-что. Здесь очень много сейчас сезон инжира. Очень много продают местных жителей свой инжир, который у них во дворах растет. И очень вкусный, сладкий. Поэтому я немножко отвлеклась. Правда, не успела спросить цену, потому что хозяйки не было. А можно было, конечно, узнать и купить. Потому что каждый год, когда мы сюда приезжаем, я здесь варю варенье из инжира. Вот смотрите, сколько здесь всяких сувениров можно увезти домой. И продолжаем мы с вами идти. Я дальше вам покажу, что ближе к пляжу находится. Друзья, вот здесь недалеко от нашего дома, где мы живем, находится вот такое
кафе «Прованс» называется. Я в прошлом году показывала. Очень хорошее кафе здесь. Так, в таком колоритном прованском стиле сделано. И смотрите, здесь вот такая площадь вся. Вот такой декор здесь, чистокол. Есть вечером где погулять. Здесь такая тихая аллейка. И вот мы когда возвращаемся, мы идем на пляж, идем по той стороне. Там что-то подкупить, когда идешь. Там может быть фрукты какие-то, овощи, рынки, там все магазинчики. А когда с пляжа возвращаемся, мы идем вот по вот этой вот территории. И вот смотрите здесь, как интересно.